Матилды. Здесь живет успех. Хилдейл. Вот где наркоте и всякому сброду раздолье. Правда? Сравнять бы его с землей. Добро пожаловать домой, Дженнифер. Очнулись? Вы немного перебрали, но, думаю, все будет в порядке. Вам бы перепрограммировать дом. Без света ходить опасно. Свет? О, смотрите. Отдохнете и станет лучше. На будущее будьте осторожней. Будущее. Приятного вечера, миссис Маклей. Красивые виды и круглосуточно. Вы смотрите канал «Панорама». Я же в будущем. Моя свадьба в часовне влюбленных? Мам! Мам, это ты? Надо бежать отсюда. Мам! Мам! Мам, это ты? Бабушка Лорейна. Привет. Привет. Что с дедушкой? Опять у него спина заболела. Как тебе, дед, малышка? Как же так? Как это он? О, на поле для гольфа. Вы все уже дома? Я принесла вам пиццу. Ой, кто все это съест? Я съем. Не верится, что оно все еще сломано. Монтажник панорамных окон назвал папу цыпленком, и тот вышвырнул его. Вот он и не приезжает. Посмотри, как изношено. Самая большая проблема твоего отца – это то, что он теряет самообладание, стоит кому-то обозвать его цыпленком. Сколько раз мы это слышали, Джордж? Я вам не цыпленок. Ты права. Ох, как права. 30 лет назад он попытался доказать, что он не цыпленок, и попал в аварию. Ты говоришь о Роллс-Ройсе? Да. Автомобильная авария. В результате злосчастной аварии жизнь Марти пошла под откос. Без нее все было бы по-другому. Владелец Роллс-Ройса не выставил бы иск. Марти не сломал бы руку и не бросил бы музыку. И оплакивать себя ему бы не пришлось. Привет, мам. Клевые брюки. Думаю, твоя мать вышла за него? Мама! Из жалости. Так. Включить каналы 18, 24, 63, 109, 87 и погоду. Прошла на воздух. С возвращением. Эй, папа дома. Все верно, он дома. Он дома. Хозяин поместья. Привет, привет. Король замка. Привет. Что тут творится? Аккумуляторы включены. Так-то лучше. Чертовы дети. Привет, сынок. Решил развеяться у телека? Ух ты, пицца! Я голоден! Дождись очереди, сынок. Ба, как будет готово, запихнешь мне ее в рот? А ну не наглей. Класс, ужасники! Гидратировать до уровня 4. Готово? Как видите. Мама, ты спец по гидратированию пиццы. Мам, прости, а о чем вы говорили? Я беспокоюсь о Дженнифер. Почему ее нет? Я не в курсе. Где она, мам? Уже а должна была вернуться. К сожалению, я не успеваю следить за ней. Фруктов, романтики, видимо, захотелось. Вы что, ссоритесь? Все прекрасно, мам. Мы словно два подростка. Пап, тебя к телефону, это Нидлс. Пап, тебя. Спасибо всем. Я в кабинет. Простите. Отмена! Звонок сюда.